Ридигер, Ринда, Ришкалис, Холсвайт. Не поломаю быстрее. Кишки. Кулак просит. Настя, кулак баф не повар. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Горкрон, взлетаем! Вы видите, что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Пять, четыре, три, два. Яша, ты чем напуливал, когда сдох на этой хуйне? Этим, блядь, чередой своей, что ли? Да я не сдох не за это, он его, это, грипнул, и он ауешнул, моб. Моб с лестницы, который шел. Это кто у нас грипал, дермич, да? Нет, безжалостный. А, безжалостный, не знает, что отворачивать надо фнатиков, хорошо. Дальше. Доля, где твой напул был на правой пачке? На пуле, в смысле? Ну нет, на пуле. Яша, я вижу на пуле, вот я стрим пересматривал, то его я не вижу. Я со второй пачки на это посмотрел стрим. Я конкретно смотрю про смерть, когда у нас умер Яша и Настя. Дальних будем либо? Вар умер в луже, потому что. Ну, как в луже? Меня сначала рассекающим ударил, а потом за 0,6 секунд два тика лужи, но я отпрыгнул гоблинской херней, но там просто нереально было сходить. Я вот не понимаю, как вы, блядь, на ДКшках забираете трэш, что в итоге умирают люди, блядь. Вот я вот не могу этого понять, нахуй. Там, блядь, все, что нужно, нахуй, кинуть лужу по двоим, блядь, которая выходит с одной стороны, это задевать, если кидать между пилами, блядь. Одну ЛПшку по приверженцу, блядь, и все остальное агровы набираете, блядь, по фнатикам, нахуй, двоим, блядь. Одному ЛПшку, второму руникам и так далее, блядь. Мор ебанули нахуй, там не знаю, скипа нет нахуй, заебись, ну вот это заебись. Почему они у вас, блядь, срываются нахуй с напулом, я хуй его знаю. Если, блядь, такая хуйня в гее, вы, блядь, не научитесь нормально держать игру, блядь, кнопки свои тыкать нахуй. Мы, блядь, это леди хуй когда закроем нахуй. То же самое и касается про напулы, ты бы улетел в стак и сбросил или нет? Там сколько? 3-4 нахуй. Убивайте мага и сваливайте с корабля быстрее. Да, и зеленые зубы по нему. Прямо сейчас. Все, улетайте быстрее. Улетай. Прилетели.
Стоим сидеть на этом корабле, поднимаем крыш, ждем еще одного мага, потом улетаем. Помогу, готовимся, свечи 3 секунды. Помогу, свечи. И улетаем все с корабля. Пушки, только не разряжайтесь, клацайте только единичку. Ждите, пока все съебем отсюда. Все, улетаем. Забивайте. Не трогайтесь пока что, но... А Реслим в ДД, ветка тоже в ДД. Спекнись на 40. Да, на 40 спекнись в ДД. Тут на 40, да. Но тут 210 тысяч ДПС надо суммарно. Да похуй, быстрее убьем. Я нам хилось. Стоп, вот таком количестве. Да, Серхи, на пробу. Рыба стоит, ну, у кого-то снайпщики. Сейчас запускаю, у вас там еще есть время, блядь, почти 1.5 минуты. Так у него 127 лямов, как и было, блядь. Вы чё, рофлите, ну? Прикольно. Ха, не пофиксит. А, да? Сейчас, считаю. Показатель здоровья всех существ ЦЛК ОП снижен на 15%. Сорофанга показатель здоровья сорофанга смертоносного снижен дополнительно на 8%. Заскамили, заскамили. Дополнительно на 8%. Бред какой-то. Пизду, может, он изменится, когда... Не, ну, в принципе, 127 умножить на 0,77. Сингсонка, подойди как-нибудь поближе, чтобы я дотягивался. Поменяйся. Кирилл, можешь поменяться со мной, я ближе к тебе. Максимальный ДПС сейчас, блядь. Безжалостная, пускай первый держит. Истерию безжалостная по Эшлену, дермич по чуваку. А, вы договорились, ну окей, ладно. Приготовились. 5 сек до пола. Жмите перепад. А, я клавиши не перезабил, ну, красавчик вообще. Трэш 8, блять, трэш. Лужу там раскинуть. Ну вообще ДПС плохо тут нельзя.
Эш, лужу кидайте. 2 секунды. Краешь 5 секунд. Лучше пинайте. Холсайт нет. Я раньше там смотри. Трафик держи. Я никак не могу держать раньше с мельком. Да часто похуй на миликутки, блядь, на бомбе. Лужу кидайте под себя. Лужу кидайте по себе. Лужу берите. Силовец кинуть имеет. Рэш держу. Длина. Быстрее трэш добивайте. Лужу под себя кинайте, трэш 2 секунды. Лужу под себя кидайте, трэш 3 секунды. Трэш. Курил мет. Блю, держи курила и пилсхайны. Да хел в мире стоит. А, ну окей, тогда курил и силоведки. Трэш. Айсбаунд. Безжалостно. Да, блядь, бит... Прохил.
Полечит тебе прикил. Раньше полечит. Глюс экран, быстрее. Прохил. Трэш 2 секунды. Больше ДПС. Нет, подберем меч. Блять, вот вы 2 исбаунта отдали, вот это пиздец сейчас. Готовьтесь свои сты выезжать на ком метке. Жмите, сейчас кольцо будет, ебанет больно. Жмите, жмите сты. Которое встроено у вас есть. Кольцо, баха. Нормально. Трэш быстрее добили, босс линевая. Глю, смотри метку на тебя. Можешь боб наседать на всякий случай. Глю правее чутка. Да боб дай просто, и метка не будет хуярить. Глю, ты шнешка, блять. Посмотрел бы, молодой мог попробовать нахуй скинуть эту хуйню. Сука, воля охуета. Блять, эти лаги нахуй. Когда перестанет лагать нахуй? Это просто пиздец. Второй меч мира АГЦ. Похороним тебя, как подобается. Двести восемьдесят девять. А сколько до берцы было? Кто смотрел? Секунду. 14. Дайте ДПС это... вообще, у меня опять забагалось, я вообще нихуя не вижу. Наебало, конечно, от сервиса это дать. Синк 18, Кусуку 18 600, у тебя 14 900. Четвертый хелсайт 15 500. Остальные бещей. Да, блять. Не, ну это нереально, блять, я не знаю, ну когда эта хуйня перестанет? У меня, блять, сука, фрезы пиздец, у меня там, блять, есть... Ладно. А я ну, не, что, не знаю, как... Заебись, они нерфанули нахуй, кстати, хуенно просто. Ребра не рфанули, хватит. А на леди меньше хп было? Нет. Я что-то не обратил внимания, думаю, что-то мы ребро, блять, долго как-то бьем, у него вроде хп, блять, такое... Там 69 было, 80. Да? Да. На линии было также 25 лямов хп. А, типа, ну, а, ну короче, они решили всех нерфануть, кроме 40. Ну так, чтобы типа жизнь медом не казалась, там, короче. Так они ж писали, они получается наебали, блядь, или откатили что-то. Пидоры. Ну то есть, как обычно, мы обосрались. Вон сейчас там хиллсайды дойдут до сарафана, там. Смешно, там экзальты должны уже быть. Они вместе с нами начинали, они даже раньше чуть начали. А, экзальт? Так экзальт ты закрою, чё им, блядь, чё им там, у них ДПС хватает. Я про хиллсайдов, блядь, там они до стропанга дойдут, будет им, блядь, весело. Ну да, они уже на рейде всё, да, займет и чё-нибудь. А чего этого моба одного спулили? Вы, блядь, ну а приколи нахуй танки или что? Самый безобидный трэш нахуй в целка, блядь, вы одного моба пуляете, ёбаный. Да, они потом в нем танкуют, там же урон постоянно идет по ним. Во, блять, и вот эту хуйню, и вот эту хуйню, диспел, блядь, в чем проблема, нахуй? Ребят, диспел, по-моему, паладины есть, нахуй. И присты, блядь, от диспел. Чё, дали у ЕГО, нахуй. Тут пишут, что хиллсайдов ФГ пугов добирают. О, кстати, у меня почти репа докапало. ГЦ? Когда а там, там нужна, 700, реп, 700 реп осталось, а? Когда в хиллсайдах увидели, что ли? Статик. Кому? Ну он что-то хиллсайд пишет. Ну что, хиллсайды в ОФГ выбирают пугов сейчас? Ну... Ищет сову. А, я ищу сову, ну что, что не так?
Ну, блядь. Тупо боешься распилить нас. Нахила, нахила. Два буду нести. Майнспек. Блять, ДС еще ни одного не упало, да? Пиздец, они ДС не добавили, уёбки, блядь. Походу они порезали. Чтобы Юлечке выбить еще одну тренинку. Они сосредоточены на стабильности серверов, ебать. Начали одного тренинка. Видишь, они первым делом починили донат, а потом все остальное начинают чинить. То есть трансмог, чтобы красивее выглядел, чтобы лучше покупался. Какой ты любишь трансмог? Розовый или фиолетовый? Люблю член в жопе. Нафиг, как говорится, блять. А этот чувак там мелик, это же из Хэлов, да, он? Кто чё мелит? На Хансе, что ли? Это Сквернис. Да-да-да. Это да, наш да, дружок. Да. Прикольный чувак. Конечно, особенно пообщаться с ним, ух. А они ребро только вообще убили. Вообще-то мой друг. Надо ему написать, что им пизда. Не-не-не-не-не. Сквернис и мелик это две разные личности одного человека. Чувак сидит как бы в кофте, поверх наушники, как бы уже понятно. Это, конечно, было удобно, хорошо, но... Поверх кофты наушники? Да. Нет, это, конечно, удобно, потому что ты, типа, когда бэп, не выглядишь с ебаным шлемом на голове. Ну, все зависит от наушников, бывает, конечно. Короче, бывают наушники, как удобно. Он недавно купил, там, пару грамм, нахуй, затянул, на ложечке распаял, все. Тебе надо гайд записать. Кстати, мы сейчас, может, уже умрем, да? Все вонючку спустят. Я могу написать только гайд, как играть в World of Warcraft, сидя в одних труселях и рубашечке. И с Валадином. М? Ну типа... Да нахуй Валадин, дайте травму уже мне наконец-то. Типа проебал. Бабки на одежде Валадин купил. Вонючки пошли бить. Ну нахуя ты написал? Ну вот это зачем ты разломал все мое удовольствие и горе, блять, а? Все, давайте улетать по вонючке, не выпанитесь. Ну. Макс, он сильно расстроился? Реми через баунд. Сбан бежал. Забей нахуй, не нажимается нахуй. Почему ты ТФК? Бежал. А он, мне кажется, раньше прожал. Охуенная ленточка. Или вы, блядь, опять нахуй вдвоем нажали, я чуть не обратил внимания.
Блять, еще раз дашь, короче, избаун без моей команды, нахуй, я тебе, блядь, сразу, нахуй, сниму 50%, нахуй. Я тебе обещаю, нахуй. Заебал он уже, это хуйня просто. Паладин, редиски. Сзади петухи ползут. Твины бэтфьюри, что ли? Закрой рот. Сейчас просто заново ребафаться, блядь, заново рыбу ставить и так далее, нахуй. Потому что люди, блядь, умирают, нахуй. Что ты, блядь, не можешь нажать одну кнопку, нахуй. Когда тебя просят, нахуй. Там пошли в вторую сторону разблокировать, ребят. Может кто-то... Не... Ну ладно. Похуй, пошли тухло, потом разблокируем. Хотя, ладно, пошли это разблокировать. Нет. На он отель, наверное? Либо Синдра. А сколько тухло было раньше? 78 вроде бы. Или 70. А у гнилого морда сколько было? 54, а ну, поменьше это... стало. Ну, а чё это, они, короче, только сурфанга оставили? Не, ну это, кстати, заебись на самом деле. Ну, это не показательно сделал. Не, а заметь, урон был меньше. Получаем урон-то был по-моему меньше. А, бедный второй рейд, ёпта. Ха, да, кстати. А потому да, что второй было. Они урон поменьшили, они, видимо, ХПС потом снизили, потом долбоебы снова увеличили и забыли про это, блять. Ну не смотрел никто, сколько на выходе у вас ДПС был? 289 общий лидер ДПС. Не, больше никто не заметил. Ну, там, там написано. В списке изменений. Значит, 294 у нас был на выходе. Что мы опять обосрались. Нет, там написано ХП Саурфанга, ну ХП боссов уменьшен на 8%, или сколько, 12%. У Саурфанга дополнительно плюс 12%. Да, увеличено. Не, уменьшено на плюс. 292. Масло, фласки, чекайте. Не, ну то, что урон уменьшен, это видно сразу же. То есть на меньше было хилить, такой урон не залетал лютый на самом деле, даже когда под экзекуткой. По ощущениям, кстати, вы бы в два хила справились. Не, в два нет, нихуя. Ну, типа я если так хилил, если метка будет все в РДД, нахуй, извини меня, как ты будешь хилить ты? Ну, если метка будет на одном краю, на другом краю и еще где-то в середине, вот это бы проблема. Ну, мне кажется, вы бы справились, вы сильные. Когда метки в миле, типа там РШАМ легко хилит, а там хапал, например, дальние метки спокойно выхиливают. Согласен. Когда у нас был первый трай, я вспомнил, что смак. Рубать не нужно, да? Секунду. Опять кошка наклала у нас. Зачем? И сдох такой. Да, секунду, давай воды попить. Типа ты первый бежал, а ты второй. Короче, ладно, в пизду, не хочу знать. Поехали, нахуй. Заебал. 5, 4, 3, 2, 1. Рэш, держим. А Геру не даем, Лёхов? Так ты шаман. А у нас еще куры есть. Гнилом, дадим, дадим. Сейчас прям поспатывать. Тем более сейчас тебе 10, ну... Раньше, да? Ну, как делается, то его бессильно надо когда-то заправлять, когда ты там кидаешь 4 секунды. Ну да, да. Ну,
Бочек, зачем ты латаешь? Ты можешь глыбу нажать просто, блядь, на едкой гнипе еще. Это какие уже были? Вторые? Да. Магии глыбу, блядь, нажимаете просто на нитку гнили, снимаете вообще после едкой гнили еще. Жмить. Ветка, походу, не собиралась так. Кожу не нажал на. Дай БР по нему. Сейчас добегу. Захиливать. А похуй, дайте Геру, нихуя не сносите, дамажьте после, успеем доед как не любить. Стойте просто, дамажьте, главное в РМЗ, не заблевали друг друга. Печку ты там рейд положишь. Вместо 3-5 блин. Не надо стаки сносить, бейте босса, блять, еще раз говорю, нахуй. Не надо лутать, нахуй. Просто босса дамажьте, блять. Вам этот стак не нужен, блять. Где бот ебаный нахуй? Ты всегда был моим любимчиком. Ой, получается. У него 2.86, у меня 2.55. Кто кровь забирает? И автозак у меня даже наверное нанесла почти на 100 больше, чем Лилия. Блять, а кровь я хуй его знает. Забирай ты ДНЗ, пока да. Все равно ДС не добавили, похуй, ты еще забирай, пускай ДНЗ. Ну, 86. 23 раза попадали. Двадцать четыре у меня на один больше. Что, Мирай, не обузишь? Не обузишь эту свою? Ну, смотри, у меня, допустим, попадание 17. Только цыганские фокусы делать. Дремич босса безжалостно этого слизняка большого. Ну. Боссы стали. Прямо во фрейм, чтобы вас брызги не доставали. Прямо в жопу ему уткните между ногами и заеби ими. Отчет дай. 5 секунд. Дермич. Так, давайте
Вот дымазит нахуй, ближе к боссу танчи. Накидай оковы по нему и все, и кайте просто. Он тебя вообще бить не сможет. Да. А надо вырезать, короче, со стрима с рука и залей в приватку. Надо, чтобы хп ему убрали, потому что, блядь, я планировал в трим рейдом, блядь, завтра нормально пройтись. Слышишь, Рик? Я слышу. И в приватку ебани там. Сколько там стаков? 4. Блять, не надо было взрывать, не надо было его сводить. Забери его, не своди его, слизни, просто бейте босса. Забери дермич на себя большого, просто сюда. Хильте. Дай избавь дермич. Все круглю. ГЦ, Володя. Умирай, ГЦ. Да когда уже травма-то упадет, ну заебали они. Тогда, когда сапоги нахуй стухло выпадут на кастеров нахуй, тогда и выпадет этот нахуй. Травма, блядь. Никогда. А не, подожди, точнее, когда ТБЛ Синдри выпадет, вот тогда и выпадет травма, нахуй. ТБЛ уже выпадал, только не нам. Может, в этом КД упадет. Зачем вы туда зашли? Выйдите, блядь. Выйдите нам. Выйдите оттуда. Выйдите за дверь. Нет, понятно. А покурите пока. Буквально. 3-4 минуты. Там плюс-минус минуты снять. Какая-то ивент или сразу это ивент? Хорош.
Хапка дрохла, сейф готов. Ну там нормально еще по времени, вот серебра боль не пришла. Какую метку на себя поставить? Печенька нормально будет? Заебись. Гермич, давай, наверное, в ДД спекайся. Пизду эти учения в Обамы, нахуй. Не знаю. Хотя нет, стоп, безжалостно в Обаму, блять, а Дермич босса протанчишь. Вот так вот. Ветка, не забывай охотить Обаму. Всех слизней заплевываю, правильно? Что? Всех слизней заплевываю. Первого. Ну, естественно. Там вторую лужу не допиваешь сразу. Да, чтобы 45 что? Энергии тебе было на первой слизни плюнуть. А если, в принципе, в ДД оставайся. Я там тебе Феникс в личку скинул этот клип на всякий случай, что-то может ты напишешь лучше будет, чем встретить. Нет, мне так же ответят, как и тебе, блядь. Я им там в нескольких это в формате в приватке ответил. Я может вообще в муте нахуй сейчас буду, блядь. Опять нахуй. Хуй его знает. У профа, по-моему, наверное, столько же осталось, или меньше, или больше у него было, хуй его знает. Мне написали из NoPlan'ов, что они уже скинули, и админ сказал, что исправят в ближайшее время. Только на 40 багнулся патч. А, на 40, понятно. Спасибо, Печки. Ты настоящий друг. Я не Печка. Да я не тебе. Я Печка вас написал просто. Печка просто друг, да? Настоящий. Да.
Вид. Ринда. А чё отдаём? РД в печеньке все время двигаемся, плюс-минус. 70 было у профа, да? То у них 40 получается добавилось. Лужа выбежим. Босса прямо под зеленого и... Милики все въебало зеленого. Поехали. Бойчик блинк назад сделай. В красоте. Красавчик. Подъебало. Добиваем. Лужи вышли оттуда. Пошли. Все, милики пошли босса бить. Босса подводи сюда. Ближе к столу. Мы сейчас перейдем. Надо, должно успеть. Больше, больше. Все, хватит. Ну, хватит. Лагает или что? Хватит, блядь. Лужи быстрее добивай. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Сейчас перемене РДД, отошли. Все, вернулись, там печеньку ближе ставили. Пол бы, 3 секунды. Милики отошли быстрее. Давай там с лужами активно долго учим. Сейчас справа будем отходить, готовьтесь, будет лужницы. А, сейчас красный ловит. Пельмени отошли вправо. И по красному поехали. РДД в красном уже бьем. Милики по красным поехали. К вам подвел его. Колба, аккуратно. Босса надо. Пельмени отошли. Отошли. Встали там напротив пропа. Блять, лужу кинул. Левее, двиньтесь печеньку. По зеленому поехали. Въебло объем. Да, есть баунд. Дармич. Стоим, ждем. Настя, куда ты полетела? Добиваем, отошли от стола, отошли, пельмени полетели. Ушли быстрее туда. Можно, да, примем. Лужа, вправо, отошли, РДД, две колбы быстрее. По красному поехали. Настя побежала, пельмени отошли, РДД. Меликсичный и красный. Все, милик, идите босс убейте. Колбы. Лужа, вышли, РДД. Вот. Поэтому там с меня метка спала. А, печенька стоит нормально. Пельмени отошли, пельмени. А, они проебались, наебали. Все, нормально. Стоим печеньки. По зеленым поехали. Глюс экран, дай. Я портал нажму. Босс, финаль. Что там по процентам? О, успеем перевести, нормально. Отошли, кстати, пельмени переводим быстрее. Бьем. Отлично. Стремимся в печеньке. Веди в сторону зеленого слизня. Там немножко насрали. Лужу немножко успел допить.
Печка, да, СС по Арисли. Арислин, даже диван по первому, кто будет танк. Гермич первый ночь. РДД, печеньки, стоим. Геру дайте. В четырех стаках забираю, правильно? Да, на четырех. Колбы 3 секунды. Упади, сейчас колбы будут. А, пельмени отошли. Хуйня какая-то. Колбы кинул, отошли. Лужа. Выводи еще. Блять, дай избаунд. Дал. Дремич. Ладно, окей. Дай диван рислин по дермичу. Вставай. Снимай диван себе. Сколько стак? Не вижу. Два стака. Окей. Или менее отошли вправо. Нелики в лицо. Колба 200 по нему. Выводи заранее, похуй. Выводи эту хуйню. Лужу. Пиздит, он лужу дает, потом колбу, понял? Да он, блядь, колбу должен, то я, блядь, по таймеру смотрел. Опять эта хуйня ебаная выпала. Самое говно, что может выпасть, нахуй. Блядь, я по таймеру смотрел. Он должен был, блядь, сейчас колбу кинуть, понимаешь? А он не по таймеру. Я запустил. Он чередует, он лужа-колба. Вот так и пошел. Первые колбы на третьей фазе он ставит с запозданием, да? Секунд на 5. Да. Ну, колбы-то должны, ну, типа, блядь, 30 секунд, нахуй. Ну, типа, я на 30 секунд тебе как раз тебе сказал отвести, нахуй. В итоге на 30 он кинул пельмени вместо колб, нахуй. Не знаю, сейчас посмотрим. Может, на Лонотель. Если на Лонотель, блядь, никто не заходите внутрь. Если на Лонотель... Лонотель, да? Окей, никто не заходит внутрь. Сейчас с этим глазиком аккуратно трэш вытягиваем сюда. Надо весь трэш убить тут. Внутрь, вот там, где вот эта вот платформа, лестница, туда никто не заходит. Валик будем убивать или нет? Кого делать? Валик, сзади их с пулей. Да нет. Нет. Вест, возьмите все, и сейчас я глазиком аккуратно повожу эту хуйню. Блять, эти мои глаз, нахуй. Месяц, понял, все, и дальше. Я не да можете квест взять, блядь, ну, квест можете сейчас взять. Какие проблемы? Один на наличие убиваем в первую очередь. Там 30 минут дается на квест. Поэтому никто не афкашит. Типа, сейчас как трэш зачистим, идем быстро принцов убиваем и идем на отель чистим трэш. Соусад, блядь, и точнее это всех магов касается. Сразу, блядь, не прожимайтесь нахуй, чтоб вы, блядь, не забрали укус нахуй. Слушай, а ханты сейчас не могут так же, как раньше, трэш выводить через решетку сверху? Давай-ка, вот, почищем еще. Да, Син, поводи пока трэш, пожалуйста, я, блядь, с одним челом пищу. Какой трэш? Ты имеешь в виду туда, понял. Который до ланы? Да, наверху, который, да, еще. Через текстуры, что ли, через дверь? Ну, раньше-то, помню, было, можно было. Я вот сейчас стою их и вижу сверху. И так успею. Ну, так что там, кто будет трэш выводить из комнаты? Нет? Печка, там настало твое время. Глазиком, петом. Только отойдите от лестницы, чтобы вас смог понизу кинуть. Господа, наверх, дайте покурить. Сделайте эту нелегкую задачу кто-нибудь другой.
Но один лок остался. Синги Сонги. Че он сделал? Глазиком трэш пусть. Все, я закидываю ноги на стол. Буду играть через 5 минут. Тактиков там хуярьте сразу. Что? Ну уж спустимся чуть ниже еще, нет? Страшно, там некоторые летают. Ну да, давайте лучше спустимся. Один там. Yeah.
холлсайды с первого пола убили. С рука. В чем? С рука. Угу. Сейчас до профессора дойду. Что там? Все, весь фреш. Ну, может и правда урон меньше стал. Угу. Ну, у них там 8 секунд до берса осталось. Давай терчай на полба. Так, рыбу хавать. Тут тоже 4 хила хватит. Дермич, заберешь Келесета. Бесшалостный заберешь Талдорама и этого. И Волана. А нам за 30 минут надо Волана убить? Рыбу хавать, да, нам за 30 минут надо убить этого, блять. И принцов, и Волонателя. И трэш между ними. И трэш между ними, да. Быстрее. Проверили все. Все, встали все в печеньку нахуй и погнали резко. Все, резко погнали внутрь. Сейчас будем сразу пулять. Отлично сработано, парни. Кто двоих танчит? О, безжалостно. Отчет даю сразу. Отчет даю сразу. Отчет, блядь, ну ладно, похуй. На кинетике доля, Куриал и Кумакет втроем. А не, стоп, Кумакет отбой, вытерпели. Кинетику подбиваете, ладно. Отбежали вихрь, да, из баун пришелся. Что там по агру? Хуёво всё. Не бьем, не бьем, не бьем, не бьем. Ждем, ждем. Ждем. Все, Дермич, отходи с ядрами вон туда подальше. И лужу кинь на ядра, чтоб не сорвались. Все, поехали по Келесету. Дальше отведи, дальше, еще дальше отведи ядра. Все, заебись, вот там и стой. По Келесету поехали. Ядро появилось. Да это похуй, ему хватит этих. Следующий там пособирает. Все, пошли Талдорама бить. Талдорама все. Талдорама, Талдорама, поехали. Геру дали? Блять. Не откатится ведь или... Блять, кстати, да, может не откатится. Ладно. Ну у нас два пула будет на лане точно. Еще может даже три. Вихрь там. Чуть-чуть отвить. Ну, блять. Волонару приготовились бить. Волонару проехали. Вихрь разбежали, сесть баун бежался. Не надо его бэрить. Бесните после убийства. Разбежались. И Келесету пошли сразу в миники. Дермич, отводи бомбочки нахуй. По Келесету поехали все.
Лава, не пошлите. По левой стороне быстрее. Врогу ребафьте пока что. Даже на три пула где-то временно было. Желательно с первого. Лестница быстрее, если на человек. И дальше просто прорубить остальные. Запуливать всю эту хуйню советника первого. А, блять, подождите, тут тактики есть еще. Тактика хуярьте. Ну забери тактика, танки, блять. Тактика это основное, войск, то, что ты должен держать. Войск. Чуть-чуть поярче жду. Агро, смотрите за ним, пожалуйста. Там еще второй есть. Второго бить. Реслин, в принципе, оставайся в ГД. Рома не должен ухилить. Нормально. Просто раз, который 400. Будем отпустить. По укусам я скажу, кто кого кусает. Укусы на правую сторону, а то он крест. Не укусанный с левой стороны печени. Рыбу ставлю хавайте, рыбак по рейду быстрее, тех, кто умирали. Безжалостную напуливайте, дермишь зеркало ловишь, рядом с безжалостной стоишь. Маги, блядь, еще раз повторяю, блядь, бурсты своим вначале надо давать. От вас укус бесполезный, блядь. Ты без рыбы. Отчет даем. Отчет пуляем. Рейндж держим 8 метров, напоминаю, на взлет. Син в МК дайте. Что там? Поехали. Ну, ставь на пьедестал, блять. Кирку сбивали. Кирки укусишь Синсуанга. Метку на него поставил. Дальше. Лужа, сейчас секунду. Ринда выбежала.
Синсонга, да. Синсонг укусишь, потом Хулишита. И в Сукью укусишь меня. Я к тебе подойду. Кумакет, Курил, Ринга сбежались быстрее. Здоровья первоартности не забудь. Надеюсь, что наш комиллизон сразу в Ридик и побежал. Отойдите от него, там Хулишит печка может задеть вас. Прохил Рида. Я взлетаю кусики. Блю, твоя има на тьму будет на взлетке. А, у тебя, окей. Настя, нажмешь има на тьму, я скажу, когда. Безжалостная, дашь айсбаунд. И все. И Азерона дробим на хп. Бойчик выбежал. Факт, 5 секунд. Если бы я рядом стою, на мне звезда. Полечь, подойди ближе к Сингу. Сбежались. А, там кукуц после взлетки сразу будет, понял. Ну, короче, на себя звезду поставил. Холи, чуть рядом с Сингом держись там. Лужа сейчас. Синг. В центр все сбежали, Синсонга сразу диспел и прохил. Синсонга диспел и прохил. В центр сбежались, отошли от лужи. Синсонга диспел. Все отлично. Разошлись, раньше набрали. Кисуки, я около тебя бегаю прямо. Около тебя прямо, звезда. Рейндж держим, ману тьму. Прохил, гим на хп. Блять, будет Юрий вагон нахуй. У тебя еще дубовая есть, блин. Не нажал. Ветка, дай БР по нему быстрее. А, окей, вставай, вставай. Ребафнули друида, сбежались быстрее пак. Быстрее пак сбежались, Азерона, блять. Азерона, сбегись, блять. Мирай побежал. Так, Юсукью, кусаешь Ешелена. Хулишит, кусаешь Чуваву. Син, кусаешь... Хиллсайда, он там рядом, он с тобой стоит. И я укушу Чувалу. Ты мне сказал Чувалу кусать. Что? Ты мне сказал Чувалу кусать. А, окей, я тогда и Шелена. С деловетки побежал. Шелена кусикил. А, блядь, ну ладно, раздайте кусы нахуй. Кусь. Там зэк еще кусит кого-нибудь. Кумакету укушу. Все, Геру дали по ГПС. 10 секунд. Дайте на ману что-нибудь. А, блядь, близлетка, я проебался нахуй. Ладно, похуй. Я даун, блядь, забейте нахуй. Что-то. Сбежались, Донзек и Зерона курила быстрее. Ебать, я даун, нахуй. Ладно. Да Гера сбросилась. Чувак выбежал, чувак выбежал. У меня 30 секунд, не зыбка. А, у меня автоатака забагалась на небе. Центр сбежались быстрее, в центр. Маздиспал. Эмана тьму забери, Клю. Сократ, твоя и дерми честь баунд. Нажали. Нажали Сокру. Эмана тьму. Хулишит гимн на хп. Прохил. Раньше набрали быстрее. Раздали укусы ДДшникам. Я Рейдж Скалис укушу. Я Рейслина укушу. Я там закичу. 5 секунд до укуса, приготовились. Мой Рейдж. Сбежались пак быстрее. Раздали укусы, я шлем кош нажми. Дайте ман. Все, я не раздал. Чувак, а, успел нормально. Ну и танка похуй. Дамажьте босса просто. Убиваем. Че перед носом забрать? Пак. Пак 3 секунды. Че, багрух? Чувак, озеро намирает, сбежались. Лужа, одна секунда, Донзек выбежал. Блять, по-моему, на прошлой неделе то же самое панало, не? Да. Да. Заметьте, токены повторяются на всех боссах двойные. Пристабал, что... спасибо, что дали и каску. Справа, сзади. Блять, я даун, сука. А там остался кто-нибудь наверху? Угу. О,
бля. Сколько окари брада стоит? Забери, пожалуйста, лут нахуй. Там печенька должна остаться и щит. У меня, блядь, места в сумке нет. Ну, око зло упало, блядь. Ну дай лучера. Ого, око зло. Тоже. Вот. Сейчас, секунду. Сейчас, да, колечко. Колечко. 750 лут, да, это много. Да, лучше начать. Забери. Пиздец, вот говна, короче, сегодня. Ну, ебать, даже мне боешка выпала. Кольцо огнеющих сухожилий, ебать. Только места нету, что взять. Токен защитника и щит у меня, короче, лежит. А, там, короче, токен и щит взял? Да, да. Все отлично. Один токен я забрал. Полезно.